Всем привет, друзья! Как всегда, неподходящее время года, а мы ищем люки, мы меняем насосы. Самая популярная проблема – кончилась вода в кране. Приехали, продиагностировали насос, насос вышел из строя. Мы его достали, сейчас будем менять. Несмотря на то, что скважина на 3 дома, пользуются ей очень мало, поэтому мы решили поставить насос чуть меньше производительностью. Сегодня это у нас Джиликс. После запуска насоса и набора давления в колодце обнаружилась протечка. Сняли дефективный фитинг и увидели, что на тройнике лопина. Скорее всего, эта лопина произошла, когда закручивали лен. Много льна намотали, вот он даже попал в эти лопины, он там остался. И тройник разошелся. Несмотря на то, что стенки у тройника довольно-таки толстые, он тяжелый, выглядит внушительно, но факт. После замены насоса проверяем работоспособность автоматики. И тут она нам показывает, что насос при достижении заданного давления не отключается, то есть идет у него нагрузка. Как раз-таки по этой причине он и вышел из строя. А сама автоматика вышла из строя по причине скачков напряжения. И насос из-за того, что не отключался, за 2 месяца намотал порядка 600 кВт электроэнергии. Мы всегда рекомендуем на все насосы ставить защиту от скачков напряжения. Вот перед вами обновленный блок управления Brio Top от Italtechnica. Шикарная автоматика, работает как по протоку, так и по заданным параметрам давления и отключения. Что мы и наблюдаем. Вот насос у нас включился и идет, показывает амперы. То есть идет нагрузка. Как достигает определенных параметров, показывает амперы, падает на ноль. Работает шикарно. I love you for infinity.